ниже вот спустимся, да? Е мой палец. Да. Там, где маяк, е. Вот там вот. Ну. Я был. А ты нет. А справа... Справа я смог дойти только до... Чуть подальше аквапарка. Этого не видно ни хрена. Я хочу разглядеть, где наш домишко, где мы живем. Так. А вот это что за два дома большие? Это уже в центре? Вот, я тебе говорю, вот большой дом, это вот, который напротив нашего дома, а следующий дом, там перекресток, магазин. И вот синяя крыша и красный кирпичный, это вот этот дом и есть. Где вот мы с краешку, да, он стоит? Да, 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 самый крайний. Это вот понимаешь, он и есть. Это он? Да, конечно, нет. А где напротив нас высотный? Вот он, полукругом так стоит, на перекрестке-то. Мы спустились до того дальнего высотного перекрестка за домом, сели на автобус по прямой, по этой Луначарского. Потом тут поднялись, потом сюда. Ой, там такой этот, да, жилой комплекс офигенный. Вот надо копить денежку, купить там квартиру обязательно. В следующем году, типа, это, на веселье. А можно и там квартиру взять, вон на берегу дом строят. И слева там не какой большой город там. Да. Колесо по прямой, желтое. Ничего не вижу. Да желтое, прям перед тобой колесо обозрения, видишь? Ну, такое дерзкое. Желтый круг? Да. Так он лежит как будто. Стоит как будто. Не знаю, может. Ну, где-то там тук-тук-тук, да? Да, они, конечно, отдыхать приедут. Или вот там уже, да, Новосибирск-то? Ой, Новосибирск. Новосибирск, да, там. Ай, Новосибирск. Ни хрена вы переехали сюда. Да, там. Тебя не кусают мошки? Зелень какая-то мошечная. Нет, никто не кусает никогда. Марио нет этой канатной дороги, а? А у нас что, горы есть? Ну какую-нибудь придумали бы гору-то. Ага. Горномарийский район. Пешкарлы сразу на Горномарийский район. Канатку. Через Волгу, да? Да. Вот это ущелье так побольше, которое. И там внизу. Динар, ты что там?
далеко, вот в горизонт смотреть, да? Сливается с небом море-то. Угу. Как будто оно какое-то даже вообще застывшее. Ну. Видишь, вот справа бирюзовое море, а слева хрен. Это просто солнышко такое, да? Нет, там птичьего-то намного. Справа. Да ну его, блин. Конечно, ерунду куда говоришь. Обычные бабушки отдыхают. Козлики куда-то убежали. Вон, дом-то видишь? Красный-то. Это вот он и есть. Кирпичный. Вот такие потоки воздуха горячие, да, идут? Интересно. Теплые. Блин. По дороге-то вот если. Так вот именно, я говорю, мы могли пешком до сюда дойти. Может, нам так кажется. И по 1200 бы взяли бы билет. Пешком можем дойти до того. Да, если я хожу, он туда ходил, блин, до 10 километров. Thank you.
тогда нет. Все маленькие, блин. Точно Бэмби, блин. Что-то серьезно. Кто-то шапку потерял. Да? Держи. Сейчас. Тигра бы сюда выпустить. И один козел. Смотри, смотри, как они все это смотрят внимательно на нас. Не на нас только. На нас они смотрят. Ну, как они вдруг? Вон, вон на меня смотрит, вон, о, эй, привет. Да-да. Тигра сюда, тигра льва выпустит, так он это... Ну, он почикает и не убежать не будет. Одного сожрет и все. Они как люди. Люди всех постреляют, а тигра только одного съест. А мне кажется, что он тупо подушит и ему неинтересно все. Ты думаешь, они мне говорят? Да. Именно вот эти? Внимательно смотрит. Надо им было капусту-то из холодильника скинуть. Капустки бросить им. Теперь интересно, как тот на УАЗике заехал туда? Где-то есть, это дорога такая горная. Мы ехали обратно вот туда, теплее, да, было? Так солнца-то нет. Вроде уж низа. Это интересно, когда там-то были, поехала, не поехала, дочка ей это все, поехали. Ну, да. Так, в принципе, а что страшного-то, сидишь, тебе сидишь. Не, ну знаешь, когда человек очень боится высоты, это пиздец, по себе знаю. Начинает все в тебе дрожать, блядь, паническая атака начинается. Это надо, значит, коньяку дернуть стакан. А у нас коньяка нет. У нас дома пива нет. Мы за ЗОЖ. За
зарядки по утрам занимаемся. С этого дня? Все испортилось. Не, серьезно, мы вообще ничего, мы у нас. Тут даже не пьется ни хрена. Почему-то. Вода, кофе, чай. Зяблики, наверное, живут. Непонятно. Зяблики — это птицы. Так хрен с ними. Для меня зяблик — это все непонятное. Это а, да, точно. Птички у него там чирикают. Говно подъедают они? Остатки завтрака. А из видео можно сделать фото какими-то отдельными кадрами, нет? Можно. Можно. Ну а что-нибудь сложно, да, словить нормально? Почему нет? Нет. У меня такая функция. Есть телефон, у меня умный телефон. Самый умный? Самый умный. Не только разработки технологий восстановления уникальных природных цензов, но и практического осуществления данных мероприятий. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. А, и вот последнее ущелье осталось. Интересно, Ван Дамм или Брюс Уиллис могут перепрыгнуть с одного на другой? Чего? А, с этого? Да, вот как показывают в кино. То по-любому. Или Том Круз какой-нибудь. Конечно. Брэдом Питтом. Чак Норрис какой-нибудь. Этот сможет. Китаец, как он? Джеки Чан. Джеки Чан, да. О, как высоко, смотри здесь. Здесь высоко, действительно. О-о-о. Здесь 9 этажей. Фу, точно есть. Орёт? Слон? Точно, слышал? Точно. Это вот он, его кормит по утрам, говорит, он орёт. Слоны же сильно орут. Как тигр Мау говорит, да? А что у них за площадка голубая? Хрена. Идем еще посмотрим белого медведя, да? Ты что, снял его? Так а времени-то нам-то было. Только в 3 часа. Времени-то. Да пешком быстрее дойдем. Ну ладно, уплачено все. Поедем. А вот там что-то строили, не достроили вон, да? Посмотри. Что-то пустые все едут. Роддом, наверное, для тех, кто здесь живет, обслуживает, да, всю эту компашку. Вот она дорога, которой можно подняться вверх. Точно. Отстегните карабины. Надо показать им, как мы отстегиваем карабин. Вот смотрите. Раз, и нахер. Ножонки убрали с этой. Все. Открыть дугу.
Рано еще другой открывать. Вон там открыл. Угу. Не надо. Не ори только, не надо, не надо. Надо и крикнуть, нет? Надо тебя что заставить, что ли? Можешь на ходу прыгнуть, нет? Не знаю. Не, прямо здесь. Спасибо.